меня больше всего шокировало прямое попадание в госпиталь, в котором я находилась последний раз. Я тогда спускалась в подвал, чтобы забрать воду, и, подавя ударом в угол нашего здания, меня завалило в подвале. И третий этаж обрушился весь в подвал, и меня очень долго оттуда доставали. Минут 40 меня доставали оттуда. What about your friends? Did they all manage to go out, or are they rest in the city? Did something happen to them? У меня погибло 3 одногруппника, с которыми я училась вместе. И у меня очень много знакомых военных были, к сожалению, их тоже сейчас нет в живых. Why did they die from fighting or in public? Нет, авиаудару подверглись. Авиаудару подверглись.